Так, ребята, все ли из вас помнят, что уже в июне мы можем полететь вместе с вами в Токио? Я сама мало что знаю про культуру Японии. Но очень бы хотела начать изучать ее вместе с вами. Прикиньте, полетим вместе с вами в Японию и уже будем знать интересные факты об этой стране. Что вы думаете насчет этой идеи, если я буду вам каждый день или хотя бы через день говорить об интересных фактах, культуре, аниме и всякое такое о Японии? Вот так будем понемногу готовиться к этой поездке. Так, всем привет! Тот самый контент, который сегодня будет вас ждать. Мои сторисы будут сегодня только на кыргызском. Вот, поэтому я говорила, возможно, это залетит не всей части моей аудитории, но это будет прикольно, и вы узнаете, что такое кыргызский язык. Те, которые не слышали. Ну, он немного схож с казахским. Не знаю, мне кажется, казахские ребята тоже поймут. Все, следующие сторисы уже будут на кыргызском. Мен негизи жашоодо кыргыз тилинде көп сүйлөйм, ошон үчүн кичине жүдөп атам. Оюмдагы баарын айта албай, айткым келгендей айта албай. Чын айтсам, баардыгы орус тилинде болот атат башымда. Башта жүрүш керек, боюнуш керек, тараныш керек. Кийин көрүшөбүз. Та-дам! Кичине кечигип атам, бирок эчтеке болбойт. Азыр мен такси заказы кылып. А, таксини чакырып койдум уже. Такси келейин деп калды, ошон үчүн мен кеттим. Бардыңарга ийгилик. Анакей, мен Аяна менен жолуктум. Жана Давид менен жолуктум. Ой, достор! Ай-ой! Тарс-тарс сүйлөйт го кыргызча, машалла. Дагы жолуктум. Азыр деген биз TikTok тартабыз. Жарнама тартабыз. Кечинде TikTok'ка кирип биздин видеоларыңызды көргүлө. Настало то самое время, когда мы будем снова 24/7 в Интамаке. Я не была тут год. Сегодня мы тут проводим съемки. Погода просто шикарная. Бомберно, мне шикарно сидеть. Вот. Настроение тоже шикарное. Скоро поеду домой на ифтар к родителям. О! 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 Дошли! Молодцы! Так, я не знаю, зачем я их снимаю. Ой, вы сумасшедшие. Подождите. Все, да? Что с вами? Вы тоже меня не помните, да? Нет. Что так близко? Слышишь? Она говорит, вау, тебе классно снимать. Это что, сарказм типа или что? Нет, она типа повторяет. Вместе прочитаем? А, сейчас толп труда. Азыр биз тамактанабыз. Бул биздин эмне? Ифтарыбыз. Ифтарыбыз. Шекерди. Шекерди фонда. На. Тамагыңар таттуу болсун. Сүйлөп койбойсуңбу? Не деп? Билбейм, бир нерсе деп сүйлөп коем. Салам алейкум. Менин сторис көргөн адамдарга. Мен бүгүн только кыргызча. Эми мен бүгүн кыргызча эле сүйлөймүн. Райханчытып алсамбы? Мурдума тыгып алсамбы? Бүгүн Элиза кыргызча ошентип сүйлөдү. Эй, Элиза дебейм мен. Элька. Мени үйдөгүлөр эле Элиза деп айтат. Калгандар бар Элька дейт, поэтому не называйте меня Элизой. Просто что хочет мой вид, что хотят мои волосы. Короче, я устала сидеть дома, поэтому... А до ифтара остался, нет, не час, 2 часа осталось, поэтому я сейчас поеду покупать кое-что себе, пока у меня есть время, поэтому все, блин, что-то не то со мной. Зачем мы сюда приехали? Короче, да? Происходит очень интересная суета, да. Для ваших подписчиков, чтобы вы знали, у меня есть родственники на Исиколе, и меня позвали на свадьбу. Но они знают то, что у меня есть девушка, хотя ее настоящей нету. Да. Я решил кого-то взять из For Girls с собой.
Почему я? Из всех подошла Дибуня идеально. Да, короче, мы вот уже на месте, там готовятся что-то. И я вот так вот приготовилась, так накрасилась, чтобы особо не выделяться. Ну, если что, это чисто, как его, для образа, то, что она моя девушка. И сейчас я поеду костюм одевать. Да, он здесь свой костюм. Мои туфли взял здесь. Короче, ребята, такой трэш. Это, знаете, он мне это все объяснил рано утром, когда он только приехал ко мне. Он меня отпрашивает у мамы, и это вообще трэш. Ну, блин. Как мама сейчас согласилась? Такая суета произошла, что мне поделать? Я еще со школы ее отпросил, прикиньте, я вообще в шоке. После тончика решили, короче, покушать. Да, там не очень, мы не наелись. Короче, на то и давали макрошки, и мне не понравились. Но я съел ее порции тоже. Да. И сейчас пришли смотреть. Еду в Империи, пицца на Иссык-Куле, вообще в шоке. Вечерняя смена съемок. Я уже снялась. Сегодняшние съемки были классные, мне понравилось. На туре болит горло. Ой, бай. Такие вот форматы съемки. Улы сазыр гульдика улы. Ты ювала меня. Эй, это подробности. Ты видела этого, вот этого боксера? Чуть-чуть переки. Не дышим. Начали? Так, стоп, можно? Спалай. Да. Я здесь бью, она плачет. Все, мы открываем рот. Привет. Такие у нас финики. И вот такая у нас очень красивая тебе сегодня. Да я смешно выгляжу, мне кажется. Кыргызбайская дибуня. Так не оскорбляй. Никто тебя не оскорбляет. Мы наконец-то покушаем наш Милка с Туком и Липтом. А у нас еще бишкеки нет его? Есть, но я типа там не ем. Короче, все уже время. Сын, взгляд на Алмат, то что ваш. Нет, это камера. Там тут моя собака.